Открывай! Осторожно с ножницами. Так. Открываем. Сначала эту штуку, которая мешает нам, берем. Понять, что мы... Давайте я выгрушу эту всегда надо выбрасывать. Вот так. Теперь, о, уже посмотрите, а тут все, мы это убрали. Теперь мне нам больше не понадобится. Не нужно. Теперь мы откроем чентли вот так вот. Очень аккуратно надо открывать. Вот так. Вот так. Food colorings, here we come. Начинаем. Повторите после меня. Красный. Синий. Зеленый. И последний. Желтый и оранжевый. Вот, видите? И все хорошо с этим пакетиком. Видите? Красивый. Можно сдать. Мне положили вот это. Что? Ну, они очень красивые. Они большие, главное. Это большие. Что мы теперь делаем с ними? Смотрите. Красный, синий, красный, синий, зеленый. Этот желтый, и отсюда видно, что оранжевый. Он и желтый, и оранжевый. Если много, будет оранжевый. А если просто две капельки, будет желтый. Ну, эти food colorings нам очень. Вам понравились они? А мне очень понравились они. Так, что мы с ними? Смотрите, если вы сделаете красивый торт, что вы сделаете? Может, вы, а ваша мама сделала торт? Или капкейки? Вы можете эти food colorings взять. Они могут раскрасить. Вместо шоколадной вещи, они, их можно есть, но не ешьте. Надо их разукрашивать, еду надо с ними. С ними разукрашивать еду. Они такие красивые. Там, ну, смотрите, на этот. Можно разукрасить так торт, кусочек или капкейк. А мне? Ну что? Мы будем разукрашивать. Ну, а будем разукрашивать в следующих сериях. Подписывайтесь на канал и делайте плюсы. И до новых передач. Всем пока-пока.